Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Тихо все. Бода-барона. Буква М. Привет, морфики. А где Бода? Привет, Бода. Приятного аппетита. Привет, дети. Эй, куда? Отдай! Бода, а ты покажешь нам новую букву? Не моя еда. Бода, ну пожалуйста. Ладно, покажу. Что бы вам такого показать? А, сегодня покажу вам букву М. Это же буква М. Хоть М, хоть М. А я голодный. Так, так, так. О, чего бы такого съесть? Может, это съедобно? Эй, твердая. Смотри, она на М начинается. Это же морковка. Ага. Морковка подойдет. Эй, ну что такое? Разлетались тут. Так, что у меня еще тут есть? Белая. Булькает, сладко пахнет. На М начинается. Это молоко. Хе-хей, молоко, молоко. Та-та-та-та. Как вам не стыдно? Я же только вчера вас кормил. Мне срочно нужна еда. Так, что это? Розовое. Пахнет вкусно. На М начинается. Надо есть. Стой, Бода, это же мыло. Мыло несъедобное. Ой. Вы будете читать вовремя или нет? Я не могу есть, что попало. Вот что это, по-вашему? Магнит. Ой, магниты я не ем. После них на гвозди тянет. О. Так, читайте скорее. Я такой голодный, что мамонта съем. Точно, это мамонт. Мамонтище. Невкусный мамонт. Плохой мамонт. Бода, ты куда? Давай дальше читать слова. Спасибо, наелся уже. Ох, бедный Бода. Да ты же совсем ничего не поел. Держи яблоко. Не хочу яблоко. Я хочу что-нибудь на букву М. А то урок не получится. А тут только несъедобное осталось. Сейчас посмотрим, что тут осталось. Нужно найти съедобное на М. Эх, жаль, что арбуз не на М. Теперь уберите все несъедобное. Вот Бода мандарин. Ура! Вот теперь этот апельсин на букву М я и съем. Приятного аппетита, Бода Борода. Спасибо, мандарин. Я съел тебя один. Начинаем урок. Буква М. Сейчас морфики покажут, как ее есть. Вот молодцы. Урок окончен. Мне спасибо. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви.